В Таиланде прокатилась целая волна митингов против военного переворота. И это все несмотря на запрет на массовые акции, выпущенные Национальным советом по поддержке мира и порядка. Он был создан 22 мая военной верхушкой страны, устроившей государственный переворот. Демонстрация в Бангкоке в воскресенье собрала до 1000 человек. Недовольство манифестантов, в частности, вызвано арестом практически всех ключевых политиков, поддерживающих прежнее правительство. На этом фоне новые военные власти издали приказ о создании трибунала, который будет рассматривать все дела о нарушении введенного в стране военного положения.